Это тайное соглашение с японцами? Да, господин Гау. Все в порядке? Это вам. Мне ничего не нужно. Мои услуги бесплатные. Спасибо. Вы настоящий патриот. Мне жаль, что я не следовал правилам. Вы знаете мое прозвище? Черная шляпа. У человека чести есть определенные принципы. Чертова дюжина из Шанхая. Yeah.
Пожалуйста, мастер Цао, вам придется немного подождать. Господин Шэнь наверху, он сейчас спустится. Брат Сяо Шань, господин Шэнь, давно не виделись. Присаживайтесь. Многие люди приезжают в Шанхай. У вас должно быть много дел в Чункине. Я полагаю, вы приехали по делу. Что я могу для вас сделать? У меня к вам большая просьба. Будьте моим гостем. Просто скажите мне. И я сделаю все, что смогу. Спасибо. Вы знаете о новом курсе правительства Нанкина? Оно стремится к миру с японцами. Никто не воспринимает это всерьез. С японцами подписан тайный договор. Они хотят сделать Китай японской колонией. Если люди узнают правду, они обязательно отреагируют. Я уверен, люди не останутся в стороне. Но нам нужен этот документ. Я уверен, что он хорошо защищен. Кто-то украл его. Кто мог это сделать? Определенно господин Гао. Он министр нового правительства. Я уверен, вы слышали о нем. Я слышал о нем. Он младший министр. Но зачем он это сделал? Он думал, что будет подписан мирный договор. А потом понял, что это ловушка, и поэтому он украл документ и покинул Нанкин. Сейчас он в Шанхае. Я бы хотел с ним встретиться. Ему нужно оказаться в Чункине, и тогда он придаст документ огласке. Но путь в Чункин очень опасен. Я понимаю, ему нужно помочь выбраться из Шанхая. Верно, он знает много секретов и должен рассказать всю правду. Власти Нанкина не отпустят его так просто. Вы знаете Шанхай лучше, чем кто-либо другой. Только вы и 13 отъявленных из Шанхая можете помочь ему. Хорошо. Брат Сяо Шань, я понимаю ситуацию. Я обещаю сделать все возможное. Пока он под моей защитой, с ним ничего не произойдет. Это министр Хун. Где Вэй Шати? Вэй Шати слушает. Гао сейчас в Шанхае. Сяо Шань попросил Шаня помочь ему. Ты должен найти Гао. У него есть секретный документ. И он знает другие секреты. Нужно избавиться от него как можно скорее. Начинай прямо сейчас. И верни документ. Я немедленно выезжаю в Шанхай. Господин Гао. Место, где хранится соглашение, знают только я и трое других людей. Оно исчезло, и они знают, что я покинул Нанкин. Они будут подозревать вас и будут искать. Поэтому я и хочу, чтобы вы помогли мне. Это не для себя лично. Это для дела. Не волнуйтесь. Я буду защищать вас и документ. Я все организую за 2 дня. Вы поедете в Гонконг на корабле. Спасибо, господин Шэнь. Не нужно. Мы на одной стороне. На крыше здания напротив есть человек.
Это снайпер Сяо Ян. Похоже, это он. Он один из 13 отъявленных. Он прибыл по приказу властей Нанкина. А значит, Хун знает, что вы в Шанхае. И он знает, что вы в моем доме. Избавиться от него? Пока нет. Делайте вид, что ничего не произошло. Это будет нелегко, но я выведу вас отсюда. Мы должны сделать вид, что ни за чем не наблюдаем. Пусть люди зайдут в дом. Позови фон Зиньбана сейчас. Фон Зиньбан, это господин Гао. Господин Гао. Сяо Сунь рассказал тебе, выведи его, защищай его и найди укрытие. Я свяжусь с тобой. Это очень важно. Я полагаюсь на тебя. Я сделаю все возможное. Не ходите прямо сейчас. Посмотрим, насколько он терпелив. Сяо Ян еще здесь? Он один из 13, так что он не идиот. Следите за ним, конечно. Мы должны запутать его и заставить выстрелить. И он выстрелит. И тогда мы сделаем вид, что преследуем его, а в это время выведем господина Гао. Один из вас должен изобразить Гао. Это должен быть один из нас. Кто готов это сделать? Шогань готов. Шогань? Какая у тебя семья? Мой отец умер, у меня только мать и сестра. Ян профессиональный стрелок. Ты не выживешь. Я знаю. Хорошо, ты настоящий патриот. Я позабочусь о твоей матери и сестре. Спасибо. Переодевайся. Готовы? Да. Thank you.
Сопровождайте его, делайте вид, что он мой гость. Вы все должны быть готовы умереть. Пожалуйста, господин Гау. Господин Гау. Сунчин, идем. Убийца убил гостя, господина Шеня. Схватите его. Обыщите все. Уводи господина Гау, хорошо. Продолжайте поиски. Где мои деньги? Я скажу тебе, почему ты сейчас умрешь. Ты убил не того человека. Ты убил одного из людей Шэньганя. Скажи им. Хорошо. Министр Хун хочет встретиться с господином Шэнем. Пожалуйста, министр Хун. Пожалуйста, присаживайтесь. Чем я могу вам помочь? Я хотел поблагодарить вас за вашу заботу о Шати, когда он был в Шанхае. Он перспективный молодой человек, и я был рад помочь. Господин Шэнь, вы слишком скромны. Все знают, что вы здесь большой босс и лидер 13 отъявленных из Шанхая. Это просто слухи. Я знаю, кто я и знаю, кто вы. 13 отъявленных. Богачий бедняк, мясник, студент и молодой мастер. Медведь, тигр, леопард и кинжал. Снайпер и монокль. Вы задействовали 4 из них. Они под контролем Вэя. Один из моих людей был убит. Снайпером Сяо Яном. Это недоразумение. Это ошибка, и поэтому я здесь. Шути уже убил Сяо Яна. Не все из 13 хорошие люди. Что есть, то есть. Господин Шэнь, чтобы избежать дальнейших недоразумений, окажите мне одну услугу. Это звучит угрожающе. Хорошо, давайте сменим тему. Что-нибудь еще, министр Хун? Я уверен, вы знаете, что министр Гау недавно покинул Нанкин. Я не знаю об этом. Это не то, что я хотел услышать. Я слышал, он сейчас в Шанхае. Я не запоминаю новые лица.
Был ли он здесь в последнее время? Я не знаю. Пожалуйста, перестаньте играть со мной. Господин Хун, он чиновник правительства Нанкина. У меня нет ничего общего с ним. Господин Шэнь считает себя неприкосновенным в Шанхае. У меня есть место, куда уехать от японской армии. Гонконг. Я не обязан вам сообщать об этом. А значит, вы не хотите сотрудничать с нами? Я ничего не знаю. Оставьте меня в покое. Я могу обыскать ваш дом? Вы хотите обыскать мой дом? Я извиняюсь, но у меня нет другого выбора. У меня нет настроения, чтобы играть с вами в игры. Стой! Можете и не говорить. Министра Гао сейчас здесь нет. Он не скажет нам, где он сейчас. Шути, идем и найдем его. Если это все, до свидания. Идем. Не волнуйтесь, господин Гао. Я буду заботиться о вас. Я пойду свяжусь с Шэнем. Оставайтесь здесь и никого не впускайте. Хорошо. Я сделаю так, как нужно. Господин Шэнь, лидер 13 отъявленных. Он контролирует здесь все. Я слышал, что у него здесь есть прозвище. Большой босс Шэнь Ганьфу. Это действительно так? Вы правы. Отъявленные разные люди. Богач и бедняк, ученый и вор, студент и монокль, снайпер, леопард, тигр, кинжал. Но некоторые работают на господина Хуна. Парень, убивший человека Шэня, снайпер Сяо Ян. Он убил не того человека, и его дни сочтены. Вы не курите. Зачем вы тогда держите во рту мундштук? Привычка. Брат, ты курильщик, один из 13 отъявленных. Я скоро вернусь. Ждите здесь. Хорошо. Я хочу снять весь третий этаж. Чиновники из Нанкина нуждаются в усиленной охране. Конечно. Я уезжаю. Помоги мне донести багаж. Но вы еще не собрали вещи. Они там. Нам нужно уходить. А здесь люди Хуна. Они сняли целый этаж.
По всей видимости, Фун настроен решительно. Что будем делать? Мы должны спрятаться в другом месте. Они внизу. Оденьте униформу. Пожалуйста, господин Фун. Идите за мной. Сюда, господин Фун. Помоги ему с багажом. Быстрее. Эй, рикша! Рикша! Пожалуйста! Что ты хочешь делать? Помочь с багажом? Не нужно? Отвези его в ателье У, хорошо? Мы на месте. Это ателье У. Мы сегодня закрыты. Это господин Гао. Господин Гао. Ваш костюм готов. Пожалуйста, переоденьтесь. Хорошо. Так значит, вы двое из 13 отъявленных. Я так не скажу. Сюда. Кто такие эти отъявленные? Одни из них хорошие, другие плохие парни. Они просто держатся все вместе. Никто не знает их всех. Кроме крестного отца и богача, они побратимы господина Шеня. Молодой мастер и студент – хорошие друзья Шеня. У них отличное кунг-фу. Они скоро придут. Они будут заботиться о вас. Хоть вы и не встречались раньше. Медведь, тигр, орел и леопард. Они работают на Хуна. Это сигнал. Открой дверь. Хорошо. Господин Гао, Шосань, все в порядке? Я отведу господина Гао в дом Таута. Студент будет ждать нас там. Таута – это богач из отъявленных. Вы готовы? Да.
Стоять! Люди Шоти сейчас будут здесь. Сяолун, зачем ты это делаешь? Стой на месте! Уходите! Идем! Он монокль из отъявленных. Верно, мы должны спешить. Гао ушел. Он в синей одежде. Он отправился в дом Таута. Господин Хун провидит. Он предсказал, что Гао отправится к Таута. И поэтому он уже послал туда тигра. Тигр! Они не ждут нашу атаку. Во всяком случае, не так скоро. Это отличный шанс. Давайте разделимся и устроим им сюрприз. Этого они не забудут. Вперед! Oh!
Что происходит? Я не знаю. Куда вы идете? Вернитесь. Идите внутрь и закройте дверь. Не выходите. Делайте, что я говорю. Быстрее. Что случилось? Неважно. Иди внутрь. Я велел вам не выходить. Идите внутрь. Не шумите. Ищите. Так ты тигр. Однако ты быстро. Господин Хун знал, что Гао придет сюда, и поэтому я ждал здесь. Твое богатство тебя расслабило. Не совсем так. Ну что? Ты тоже хочешь подраться? Брат! Брат! Брат, студент разберется с ними. Брат, студент один из отъявленных. Это девушка, сестра Тао и подруга студента.
Какая красивая девушка! Ты уже спала со студентом? Стойте! После мастера тигра замолчите! Студент придет сюда защищать Гао. Воспользуемся этой девушкой. Заприте ее. Сначала мы разберемся со студентом и Гао, а уж потом повеселимся с ней. Хорошо. Входи давай. Приберитесь здесь и спрячьтесь, хорошо? Пожалуйста. Не надо. Стойте. Все в порядке. Поведите его. Студент? Ты считаешь себя особенным? Ты как раз вовремя. Вперед! Идем. Я отпущу тебя, но оставь мне Гао. Или мы убьем твою девушку. Не слушай его, уходите. Послушай.
Гао, тебе никто. Зачем ты рискуешь своей девушкой? Забирай девушку и уходи. Послушайте, вы сможете сами найти дорогу. Неподалеку есть казино. Попытайте удачу там. Господин Шэнь все устроил. Я не смогу пойти с вами. Спасибо. Я не забуду вашу помощь. Студент! Уведи людей внутрь. Хорошо. Я уже говорил тебе о просьбе Шэня. Ты знаешь, как он выглядит? Это незнакомец средних лет. В очках. И в синей одежде. Посмотри, он сейчас здесь? Это он. Но Шэнь сказал, что студент должен быть с ним. Я не вижу студента, но я буду продолжать следить. А здесь что-то не так. Вы пятеро, идите, взгляните на него. Вы видели? Да.
Это господин Гао. Он очень важный человек. Предатели из Нанкина хотят убить его. Мы должны защищать его и доставить в порт. Будьте осторожны. Мы должны защищать его любой ценой. Вы все мои хорошие братья, но я готов пожертвовать вами, чтобы сохранить жизнь Гао. Вы понимаете? Мы понимаем. Теперь идите. Я получил информацию о Тао. Он и студент мертвы. Я не думал, что студент придет сюда, и все проверил. Сестра Тао сказала, что студент отправил Гао сюда. Мы потеряли двух лучших людей. Я получил информацию, они послали сюда убийц. В их числе медведь, орел и леопард. Эти негодяи не остановятся ни перед чем. Но мы не знаем, как они выглядят. Согласен с тобой. Иди за мной. Смотри. Рядом с Гао два парня. Молодой человек в смокинге и худой парень. Если это они, то молодой это мясник, а худой парень медведь. Молодой парень пышет здоровьем. Он похож на мясника. Но тощий парень, это вряд ли медведь. Это очень сложно распознать убийцу. Вы правы. Следи за этими двоими. Дай мне знать, если заметишь что-то странное. Хорошо. Здесь слишком тесно. Иди к другому столу. Иди сам к другому столу. Хорошо, хорошо. Я ухожу. Что-то случилось. Здесь появился крепкий парень. Никто не знает его. Возможно, это медведь или мясник. Хорошо, я пойду посмотрю сам. Как ваши дела? Все отлично. Как идет игра? Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Я не видел вас здесь раньше. Могу ли я узнать ваше имя? Я просто зашел развлечься. Зачем вам мое имя? Все в этом бизнесе любят заводить друзей. Вы должно быть хорошо известны здесь, но не я. Нет ничего плохого в славе. Вы знаете, кто я. Все знают, кто вы, в том числе и я. Хорошо. Желаю хорошо провести время. Пожалуйста, останьтесь.
Я тоже хочу развлечься. Надеюсь, никто не против. Фишки. Смотрите, босс. Сегодня здесь много странных людей. Я чувствую беду. Мы не знаем, кто есть кто. Они могут быть уже здесь. Подождем и посмотрим. Спасибо. Три туза. Четыре туза. Стойте. Я еще не открыл свою последнюю карту. Туз, флеш-рояль. Вы выиграли, стойте. Неважно, кто выиграл. Посмотрите на эти карты. Два пиковых туза. Как такое возможно? Вы мошенник. Брат Лисунь, он человек Вэйшати, предатель. Я полагаю, ты леопард. Да, я леопард Юаньхай. Это леопард. Но с кем он дерется? Лянь Шаоши. Замечательно. Я помогу тебе. Босс Е. Двое против одного. Это нечестно, не так ли? Как вы ждали меня? Могу ли я узнать, кто вы? Я не вооружен. И я не убийца. Меня зовут Сюн. Сюн Ли. Ha!
Господин Гау, спасибо. Пожалуйста. Ты в порядке? Моя рана не опасна. Я отведу вас в гавань. Быстрое лезвие, Шиафан. Обычный человек не поступает так, как убийца. Быстрее, уводи Гау. Хорошо. Yeah.
Осторожней, кто-то есть наверху. Господин Гау! Господин Гау, это главный. Он лучший из 13 отъявленных. Где странник? Он ранен ножом Шиафана. Он еще дрался, когда мы ушли. Господин Гао, идите за мной, унесите его. Столько людей погибло, защищая меня. Я чувствую себя ужасно. Вы боретесь за страну. Они умерли за страну. Никто из них не пожалел об этом. Они пожертвовали собой ради страны. Благодаря их помощи вы сейчас здесь. Завтра вы отправитесь в Гонконг. Здесь вы в безопасности. Я уже вижу вас на борту корабля. Ты все-таки нашел это место. А что в этом такого? Во-первых, я хорошо знаю Шанхай. А во-вторых, у нас очень сильный босс. Так что это было легко. Yeah!
Так значит, ты черный орел. Сегодня ты умрешь. Это ты убил странника. Ты должно быть быстрое лезвие, Шиафан. Да. Мы дали тебе кров и заботились о тебе 2 года. Леопард был моим братом. Большой леопард умер. Значит, ты маленький леопард, верно? Thank you.
Ты нарушил кодекс чести убийц. Что ты собираешься делать дальше? Мне плевать на правила. Я сам себе судья, и я лучше, а ты сегодня умрешь. Шиафен, ты убиваешь за деньги. Зачем ты помогаешь нам? Да, я взялся за эту работу. Но чем больше я узнавал Гао, тем больше жалел об этом. Когда я дрался с братьями возле гавани, я видел, как они защищали Гао, зная, что не справятся со мной. Сейчас остались только ты и я. Если ты с нами, зачем нам драться? Мое имя в списке 13 стоит после твоего. Все говорят, что ты лучше. Сейчас пришло время это выяснить. Меня не волнует, что говорят люди. Я не считаю себя лучшим. Когда я убивал Вэй Шати, я сказал ему, что я лучше, а я не бросаю слова на ветер. Так что извини. Ha ha ha!
Зачем ты это сделал? Твое кунг-фу лучше моего. Поскольку мы остались с тобой вдвоем, выжить должен только один. Я умираю без сожаления. Пожалуйста. Перевод и озвучивание фильма Виктор Береговых.